Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я больше чем уверен, что большинство из вас смотрели стрим гранд-финала турнира претендентов. Ну, однозначно, ребят, я уверен, многие из вас не могли пропустить это событие. Я, к сожалению, частично его пропустил. Я смог посмотреть данный стрим только по двум своим аккаунтам из всего количества, и то не в полном объеме. К сожалению, электричества не было в тот момент в районе моего проживания, ну и, соответственно, я успел собрать только по 4 контейнера всего лишь на двух моих аккаунтах. Ну и тому, честно говоря, рад, хоть что-то, хоть как-то. Сейчас я хочу на ваших глазах открыть эти 4 контейнера, уверен, что я не буду удивлен тому, что произойдет. Я в этом отношении парень абсолютно не фартовый. Для тех, кто не знает, некоторые уже слышали эту историю, за 8 лет игры в танки мне выпало из бесплатных контейнеров, то есть из вот этих вот еженедельных, за 8 лет мне выпало буквально 3 машинки. Я имею в виду вот эти вот конты, которые можно открывать с прошествием определенного времени, там каждый день, раз в несколько дней и раз в неделю. И одна машинка мне выпала М10 из контейнера за рекламу. Это, ребят, за 8 лет. И выпал Т-55А на основном аккаунте из платного контейнера. Все, за 8 лет, ребят, из всех платных контов, бесплатных контов, которые я открываю систематически и не пропускаю никогда, мне ничего больше не выпадало. Не знаю, ребят, вот такой вот я не фартовый, но как есть, так есть. Давайте откроем контейнеры, долго тянуть время не буду, давайте посмотрим, что в контах. Значит, нам пишут по поводу того, что содержит танк из списка, вероятность 2%. Все остальное меня вообще, честно говоря, не интересует по одной простой причине, потому что легендарные камуфляжи, аватары, ну, как-то мне они вообще не заходят, я не понимаю, зачем они в принципе нужны, и в чем их такая ценность, мне обычных камуфляжей хватает с головой. Из тех машин, которые вот здесь вот есть, ряда машинок у меня есть, ну, как бы нет, есть на одном аккаунте, на другом аккаунте, ну, вот, допустим, из тех, которые у меня есть Т-23Е3, у меня есть Проджета 46, остальные машин, ребят, у меня нет ни на одном из моих аккаунтов. И я в любом случае буду счастлив, если хотя бы что-то из этого выпадет, даже если машина абсолютно ни на что не годна. Ну, все-таки халява есть халява. Но, ребят, я мало верю в это. Всего лишь 2% вероятность. Маловато. И, кстати, ребят, если вы за честные обзоры и, в частности, за честные розыгрыши, то у меня на канале я планирую проводить такие честные розыгрыши с вероятностью выигрыша 1 к 10. То есть, 1 игрок из 10 претендентов однозначно получает подарочек на очень-очень выгодных условиях. Если вас это заинтересовало, вот здесь вот наверху ссылочка. Переходите на видос, посмотрите условия участия. И в описании к данному видосу я тоже обязательно оставлю ссылку. Ну что, поговорили, давайте будем открывать. Не буду время тянуть. Открываем первый контейнер. Я уверен, что ничего там хорошего, толкового не будет. Ну вот как-то приблизительно так. Открываем следующий контейнер. Ровным счетом опять ничего толкового, дни према меня мало интересуют, мне они не интересны вообще. Ну, 25 тысяч кредитов, это даже на самой захолустлой какой-нибудь премиумной машине 5 уровня можно забрать. Вау, 10 частей от сертификата на АМХ-а. Машинка, в принципе, прикольная, я не сказал бы, что прям топ и бомба, но пока я соберу эти части, я думаю, что я посидеть успею. Вот и все, ребят, первые 4 открыл, теперь на секундочку перепрыгиваем на второй мой аккаунт, ну и, соответственно, откроем там еще 4 конта. Итак, друзья мои, мы перешли на мой основной аккаунт, сейчас на нем тоже попытаемся открыть 4 контейнера, уверен, что результативность будет абсолютно та же самая, погнали. Не знаю, ну, может хоть сейчас что-то толковое выпадет, но очень сильно хотелось бы получить все-таки машину. Нет, к сожалению, нет. Вообще просто ничего. Ну и давайте последний контейнер. Пальцы крестиком везде, где только можно. Ну и да, ГСН сопли подтер, слюну забрал, немножечко губу назад закатил. И в целом, ребята, вот они и все результаты. Я вам скажу откровенно, я абсолютно не удивлен. Мне писали в комментариях и на стримах моих говорили, что чувак, когда твой канал начнет набирать популярность, ВГ захотят подкрутить твой аккаунт. Что-то пока не захотели. Что-то пока не хотят они подкручивать мне аккаунт. Да и слава богу, ребят, потому что это дает мне возможность снимать честные обзоры на технику, такой, какая она есть на самом деле, и на товары в магазине, такие
такими, какие они есть на самом деле, и показывать реальную вероятность выпадения чего-либо. И не верю я тем ютуберам, которые показывают, что у них из, не знаю, там, 5 мистических контейнеров выпадает 3 према. Ну, не верю я им. Поэтому, ребятки, если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь на мой канал. Если вы за честные розыгрыши, обязательно посмотрите видео по поводу розыгрышей на моем канале. Переходите по ссылочке, гляньте, возможно, вас заинтересует. Обязательно приходите ко мне на стримы, переходите по ссылочке на Discord, регистрируйтесь, знакомьтесь с новыми людьми. Короче говоря, ребят, я пытаюсь расти, и только в ваших руках, насколько этот рост будет продуктивен. До встречи в новых видео, я стараюсь ради вас, всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия.